Беда была, на самом деле, страшная. Метадоновая зависимость, большая дозировка. 38 полных лет мне. В зависимости 15-16, надо считать, было. Что хочу сказать? Шанс у всех есть выздороветь. Кто не верит, кто верит. Не знаю, как, с чего даже и начать. Эмоции переполняют на сегодняшний момент. Еще буквально пару дней назад был подавленный, пустой. Сейчас, ух, такой подъем. Домой едем. Мне не хочется даже, если честно, уезжать. Как-то как одна маленькая семья. Я лечился до этого 4 раза в областных наркодиспансерах. То есть сравнивать эту клинику и те места, не то что нельзя, это вообще небо и земля, разные вещи совсем. Тут и подход врачей, и методика лечения через трансовые состояния, вот, ну, не знаю, действует очень хорошо, даже без медикаментозного особого вмешательства, то есть помогает, коллектив прекрасный очень тоже поддерживает людей, чего нету там, ну, в тех центрах, в которых я был. Оттуда я выходил и сразу с мыслью уже бежать и продолжать свою дальнейшую жизнь. Сейчас мысли чистые, голова абсолютно адекватно соображает. Даже не поверишь, появились уже какие-то идеи на совместные смены у нас на будущее, которых буквально не было еще позавчера. А это Лена, моя жена, супруга. Мы живем уже 14 лет вместе. Я ее очень люблю. Она меня и поддерживает, и во всем. Мне понравилось все. И самое большее мне понравилось то, что в этой клинике... Вот знаете, как зуб болит? Выпил таблетку анальгина. Ну, вроде уже не болит, а он все равно потом заболит. А здесь, в клинике, этот зуб удаляют. Вот из корня все идет. И из семейных отношений. Я тоже очень много пересмотрела в этой клинике. Самого отношения понравилось, сама методика понравилась. Паша изменился вообще на, ну я не знаю, на сколько процентов, это вообще другой человек стал. Я хочу сказать, что, ребят, кто хочет избавиться от этого змея, от этой собачьей жизни, есть выход, есть люди, которые помогут с этим, адекватные люди, психологи сильнейшие. Вот. Эта клиника, ну, находится в городе Запорожье. В общем, спасайтесь. Есть выход всегда. Без выходных положений не бывает. Кто отчаялся в жизни, надо пытаться найти в себе все равно какую-то веру, зерно. Я также был, ну, до клиники, грубо говоря, не было ни копейки денег. Не было ни копейки денег, но я 2 года как бы... Хотел избавиться от этой зависимости именно искренне. Ну и жизнь так сложилась, что я все-таки сюда попал. Вот. И вырос здесь духовно. Я себе представлял, ну, проводятся сеансы каких-то психотерапевтического действия. Вот. И в медитации, то есть я увидел себя изнутри. И выдавил этого все-таки червя, который сидел у меня. На данный момент мысли выйти за пределы клиники и где-то побежать по какой-то дрянью за какой-то вообще нет. И не хочется, и даже вспоминая те моменты, наш вот, ну, есть оберег, вот это ключ, и, который дает мне все-таки силы в жизни. Вот. У меня была вчера подшивка, вечером, позавчера, я очень переживал за этот процесс, как... И вот эти четки я не выпускал, ну, до утра их выжимал. И, ну, что могу сказать, пожелать ребятам, ребята, спасайтесь, убегайте от этой гадости, жизнь прекрасна вокруг. Сегодня выпал первый снег, я вышел на улицу, просто пофоткался и посмотрел на себя со стороны. Ну, настолько классно, ну, пахнет все по-другому. Цвета другие, чувства, ну, не знаю, это небо и земля с тем, что было раньше, когда ты просыпался и бежал, что собака за косточкой, я думаю, вы понимаете, чем я говорю. Ну и ребятам, мамам, женам я могу сказать, все возможно.
вы только захотите. А здесь, в этом центре, вам помогут избавиться от всей этой гадости, пересмотреть свою жизнь и начать все с чистого листа.